Привет! С вами я, Ваня Повар. Сегодня мы будем играть в Angry Meatball. Короче, давайте играть. Осуждаю. Сейчас вы поймете, о чем я. Все. Короче, вот так вот делаем. Опачки, и у нас ключик, откуда не возьмись. Короче, сейчас я знаю, что нам делать. Так, вот это осуждаю, вот так вот делаем. Так, машина не едет, нет. Фух, этого нету здесь. Вот тут коробки очень странные были, как вы видели на превьюшке. Ах ты. Ну тут попробуй меня ты догони. Давай, давай. О, я понял. Короче, он за это заплатит, а что хуже упустить. Los Angeles, where any rain is considered a newsworthy novelty, was pelted with a genuine tropical downpour. Some parts of town got as much as 6 inches of rain in just a few hours, and it accumulated. Что-то я собрал? Куда я ее, как я взял ее? Она мне сейчас не нужна. Опа. Сейчас мы будем этими попрыгунчиками. А вы уже поняли, про что я надеюсь. Так. Понятно. Так, значит, мы забираем наш кубик сюда, на базу кубик. Сейчас будем выкидывать все кубики. Поэтому себе сейчас выкидываем. И смотрите баг, который... А что, баг не работает? Пофиксили баг, прикольно. Я думаю, я прыгать буду. Капец. Так, сейчас надо быть... Что ты там делаешь просто, я не знаю. Беги! Фурия босса, это фурия. Осуждаем, это фурия. Кидаем у него кубики, это фурия. Не, надо его волнами сбить. Тебе вообще нормально? Алло, сосед, босс мой. О, зато кубики сейчас возьму опять. А он даже не знал об этом. Это какашка. Этот фури даже не знал, что это, что такое. Вот это что такое. Так, вот там это фурия босс. Фурия.
Ой. Простите, если меня квадробер смотрит. Это мое мнение. А так, простите меня, пожалуйста, квадробер. Потому что я знаю, что вы можете со мной сделать. Так что я уже не буду на вас нападать. Так, я мирный обычный человек. Понегрело чуть-чуть забор, понегрел. Ну, ладно, тоже же можно понегреть. Забору. Заборчик тоже можешь понегреть. Ладно, пускай это останется. Сейчас мне надо... Что ты сказал? I survive, я не survive. Да что он тут делает? Что вот ты тут делаешь? Все, отстань от меня. Фури, отвали от меня. Да его машина сейчас бьет. Видимо, нет. Пики, закрой дверь, боссы. Капец, он мощный. Ё-моё, ну ты снайпер. Так, так, так. В тайминг. Бургер. Давайте его задобрим и не будем плохими словами его обзывать. Так, ага, понял. Так, значит, я ему... Так, сосед, надеюсь, ты не против? Чё вы там говорите, чё вы там базарите? Чё вы говорите? And here, a news cameraman jumped from his helicopter into 12 feet of water to buoy up a victim. Remarkably, all were saved, though four people were injured in Los Angeles, where any... Говнюк, на бургер, пожри бургер! Кусок мочи. Кусок мочи. Короче, пора принимать крайние меры. Чтоб не втыкал малиной. И этот лох сейчас просто... Вы посмотрите. Вы посмотрите на это чудовище. Вы просто посмотрите на это чудовище. Потому что... И куда он там бежит? Машина, ты сдурела? Походу там водитель того. Все, можно спокойно походить. Сюда. Я обосрался от этого. Че ты на меня поворачиваешься, какашка? Вонючая какашка. Машина, 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 машина. У меня есть своя машина, точно. Опачки, сейчас мы будем, если он сейчас будет спать, то я знаю, что мы сейчас будем делать. Где он? Ну ладно. Так. На, короче, радио. Что, будешь мое радио? Какашка. Сюда. На базу радио. Ой, а кто это у нас тут просыпается? На тебе. Помогите.
что ты мне сделаешь? Я конечно. О, еще сейчас не сдох. Ну зато я его застопил, он сдох. Он сейчас там уже, да? Нету его. Куда ты? Все, сейчас мы будем жесткими какашками. Конечно, это читы, но мне все равно. Я сейчас буду... А он вообще слепой? Ну ладно. Я без good мода мог это сделать. Все, он дрыхнет теперь. Все, мне убьет. Опачки. Да ку... Так. Этого никто не видел. Сейчас мы пройдем игру просто. Что, нет? Нет. Almost 50 of them had to be rescued by helicopter. One. Он вынудил. А, ну ладно, можно спокойно пока что взять. Отстань. Дядя Сережа, отстань. Так. Нам нужен молоток. А я знаю, как молоток взять. Чё, не ожидал у себя дома это увидеть, да? На. Тебе. Да все, отвали от меня, дай мне пойти игру. Все, все. Все, ты ничего не сделаешь теперь. Молодец. Сейчас мы будем это бомбочки наши. Бомбочки. Давай больше. И так будет 10 минут продолжаться. Я уже реально хочу пройти игру эту, какашку игра, это какашка, прыгай, инвалид, кусок инвалида у меня какой-то, да, ты видите, что он делает, я почти за, давай, ну чё ты, короче, а, у меня застрял. Давай. Все, беги. Вы вообще что-нибудь видите? Я вот, например, нет. И как мне... Ну все, я забог... Погодите. Вот так-то лучше. One plunged right. Так, вырубаем он телек, чтобы не втыкал малины. О, привет, старый друг наш. А, погоди. Все, пошли чаек пить, я сказал. Иди сюда, пошли. Да чаек давай попьем, да что ты делаешь, какашка-то. Ну ты какашка. Да что ты со стулом делаешь? Ладно, давай, что у тебя? О, ты бомж. Понятно, что с тобой бомж. Я с тобой даже не хочу жить, ты просто бомж. Ну ты бомж. Да отстань от меня, на тебе ключом. Короче, я, наверное, никогда в жизни не пройду эту игру, потому что я не знаю. Потому что, ну, это невозможно. А что если вот так сделать? Иди сюда ко мне. Не агрись, все. Да смотри, телек. Лошак. Иди отсюда. Да иди отсюда. Все. Ох, блин. И хотя это реально. Ну все, всем спасибо за просмотр и всем пока. Я подружусь. Что говоришь?